война началась 22 июня. Мы жили в Санчевском районе. Остались мы, значит, пацаны и вот эти пожилые старички, старухи все. А страну-то кормить надо было, пахать надо, сеять. Дрова рубили, все, ведь знаете, в деревне как было. Корма надо заготавливать, коров, все. В общем, работали за взрослых. А нам было вот по 13-14 год. Вообще работали, даже никто и не говорили, мужики, давай мешки грузите, довезите в глубинку. Овины высушат на этот, измолотят. Два, у нас в колхозе было два овина по 350 килограмм намолачивали. Вот мы на две подводы, два пацана покрутим и в глубинку. А глубинка была в церкви, ссыпали все. А потом вот зиму-то возили, в Эшкарла все перевозили. Мы уехали в поле, значит, утром. Ничего, неизвестно еще было ничего. Уехали мы, значит, в 4 часа, потом пришли этих лошадей кормить. Председатель идет, говорит, все, заканчивайте, собираемся в Великоречье, там площадь, у нас школа и все, сельсовет, сбор, война кончилась, всех собирает на митинг. Ну, тогда радость была.